Здравствуйте, ребята! Я приглашаю вас к лисичке в гости. Живет она на лесной опушке, вот в такой чудесной избушке. Любит лисичка всем помогать и с ребятами играть. Давайте мы с вами посмотрим, кто же сегодня придет к ней за помощью. Здравствуйте, ребята! А прилетела ко мне сегодня пчелка. Что же случилось? Летела пчелка над полянкой. Вдруг видит, сидят на листочках бабочки грустные. У бабочек пропали пятнышки на крылышках. Ребята, пойдемте посмотрим. И правда, у бабочек нет пятнышек. А какие они интересные были, посмотрите. На крылышках остались контуры от пятнышек. И они похожи на геометрические фигуры. Ребята, давайте мы им поможем и найдем каждой бабочке пятнышки. Посмотрите на эту бабочку. На какую геометрическую фигуру похожи пятнышки? Назовите. Да, на круг, верно. Найдите все круги. Покажите, где они. Молодцы! Одной бабочки мы нашли. А у этой бабочки пятнышки похожи на какую геометрическую фигуру? На треугольник, правильно. Найдите все треугольники. Умнички! Еще одной бабочки нашли. Посмотрите на эту бабочку. На какую геометрическую фигуру похожи пятнышки? На овал, верно. Найдите все овалы. Молодцы! И у нас осталась еще одна бабочка. На какую фигуру похожи пятнышки? На квадрат. Найдите все квадраты. Молодцы, ребята! Ну вот, все наши бабочки в полном порядке и запорхали весело над полянкой. Ребята, а давайте найдем нашим бабочкам цветочки. Подберем их по цвету. Посмотрите, какого цвета эта бабочка? Синего. Найдите цветочек такого же цвета. Верно. А эта бабочка какого цвета? Красного. Правильно. Где ее цветочек? Молодцы. Какого цвета эта бабочка? Желтого. Где ее цветочек? Покажите. Верно. И у нас осталась последняя бабочка. Какого она цвета? Зеленая. Найдите ей цветочек. Молодцы, ребята! Бабочкам мы помогли, и я возвращаюсь к своему домику. И предлагаю вам, ребята, поиграть в игру «Найди две одинаковые бабочки». Посмотрите на картинку. Найдите две одинаковые бабочки. Покажите, где они? Правильно! А на этой картинке где две одинаковые бабочки? Верно. А здесь где две одинаковые бабочки? Молодцы, ребята! Вам понравилось играть? Мне тоже очень понравилось с вами играть. Но мне уже пора домой. Приходите ко мне еще в гости. Будем с вами всем помогать и в разные игры играть. До свидания, ребята. До новых встреч.